Последнее майское воскресенье, оно же последнее весеннее воскресенье в этом году. Расскажу вам, откуда в нашей разговорной речи появилось выражение «с миру по нитке, голому рубаха». Речь здесь идет о взаимопомощи. Если каждый сделает свой, пусть даже самый маленький вклад, то в целом получится нечто значительное, и таким образом появится возможность помочь нуждающемуся. Ведь сообща, вполне возможно сделать то, что не под силу одному. Тут вот какое дело. В дореволюционной России были деревенские крестьянские общины. Их именовали миром. Члены общины, миряне, обладали правом голоса, имели общие угодья, совместно принимали решения. Помогали друг другу тоже сообща, что называется всем миром. Такие общины просуществовали до реформы Столыпина 1905 года. Но некоторые ее черты продолжали существовать и позже, отражая своеобразие русских деревень. С тех времен слово «мир» часто использовали в пословицах и поговорках. В частности, «всем миром» и «с миру по нитке, голому рубаха».